Парковку около дома номер 40, корпус 1 на улице Новоселов начали делать еще летом. За несколько месяцев здесь вырезали площадку под нее, убрали грунт и засыпали щебенкой. О качестве работ можно судить невооруженным глазом. Бетон осыпается, бордюрный камень установлен неровно. Рядом возвышается гора строительного мусора. Когда парковку заасфальтируют, непонятно. Автолюбители заезжают на нее уже сейчас. Говорят, это лучше, чем оставлять машину на газоне. Вообще никуда не годится. Дворы маленькие, не предусмотрены строительством. Раньше было как ведь? Проезд только скорой помощи до пожарной машины. Машин столько не было. А дома построены 30 лет назад. Вот. Поэтому и... А сейчас расширять никто ничего никак не хочет. Можно, есть возможность в некоторых местах расширить, там, парковочку сделать. Делать, а в новых домах. Вот. А в старых домах ничего не делают. Аналогичная ситуация около дома номер 50 на улице Новоселов. Здесь строительные работы ограничились первой стадией – срезом грунта. Хотя по планам уже должна быть оборудованная парковка. Там говорили, что трубу меняли. Вот. А потом вроде бы дело перешло в парковку. Не знаю, но так все осталось. Это уже, наверное, все лето лежит вот этот куча-то. Эти дворы вошли в программу «Доступная парковка». В июле на ее реализацию было выделено более 23 миллионов рублей. Городские власти заключили контракт с 4 подрядчиками. По нему во дворах и около социальных объектов должны были создать 123 парковки, рассчитанные на различное количество машиномест – от 4 до 30. Срок окончания работ очень конкретный – 10 сентября. Уже начиная с конца сентября начали поступать жалобы, что работы не выполнены в срок, где-то не начинались вообще, где-то, что называется, все разрыли, бросили, оставили, ушли на другие объекты и прочее, прочее, прочее. Также, как нам удалось узнать из открытых источников, на сегодняшний день ни одна из 123 парковок, которые были намечены, не принята официально, то есть ни на одном объекте работы не закончены на 100%. В ходе выборочного рейда информация подтвердилась. На ряде объектов мы обнаружили только ямы, заготовки под парковочные места. Общественники направили обращение в региональную прокуратуру и городскую администрацию с просьбой не допустить срыва строительства парковок во дворах. Галина Кудряшова, Игорь Глотов, телекомпания «Город».